Ограблению подвергся продуктовый магазин «Изида», расположенный на улице Герцена. Воскресным утром, вскоре после открытия магазина, в него ворвались трое мужчин. Связали продавца и забрали из кассы 35 тысяч рублей, а также похитили сигареты. В момент, когда женщину попытались запереть на складе, она громко закричала. На помощь пострадавшей пришли работники, расположенные в этом же здании пекарни. Мужчины задержали одного из нападавших. Мы узнали данные этого гражданина, задержанного. При нем были обнаружены похищенные деньги. Посадили его к себе в машину. В ходе беседы он дал показания признательные и дал данные людей, которые были, соучастников преступления. Спустя несколько минут сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам задержали еще двоих подозреваемых в преступлении. Ими оказались 18- и 19-летние жители города Амурска Хабаровского края. Двое граждан перепрыгнули через вот этот забор и через огороды, через соседние дома убежали в неизвестном направлении. В углу огорода они оставили сумку, в которой находились сигареты похищенные, одежда, в которую они переодевались, и резиновые перчатки. Как выяснилось, молодые люди заранее спланировали преступление и позже собирались покинуть территорию города Артема для того, чтобы совершить ряд аналогичных преступлений в других городах Приморья. Задержанных передали в отдел полиции, теперь залетных грабителей ждут уже совсем другие гастроли. Анжела Галышна, Светлана Нурик, Тарас Боднарук, городские новости.